Наш загін. Накинуть! Наш девіз. Сміливо стояти, не виступати, нас догнати, не ремагати. В составе команды «Нахимовец» 12 юных армейцев. На городском финале игры «Зорница» они показали лучшие результаты в военном деле, чем и заслужили честь представлять полуостров в Николаеве. Мы понимаем, насколько это ответственно представлять честь нашего города. Но я думаю, и ребята прониклись этим и будут достойно представлять город-герой на всеукраинских соревнованиях. Подготовки к соревнованиям значительную помощь школа получила от городской администрации, говорит директор учебного заведения. Закуплена новая летняя и камуфляжная форма. На готовность отряда приехали посмотреть и представители городских властей. Дети именно 25-й школы, они, знаете, имеют такую необыкновенную силу к победе. Свою настойчивость, свое упрямство, которое порой помогает именно в победе. Настойчивостью и упорством отличается и ученица 7 класса Анастасия. Девочка давно мечтала попасть на эти соревнования. Я раньше очень завидовала зорничникам, которые вот это ездят, которые готовятся. А потом, когда объявили о наборе на зорницу, я снова пошла, но меня не взяли, потому что по возрасту не подходило. Но когда спрашивали нормативы, и я отжалась больше 100 раз, меня сразу же зачислили в зорницу. Надеемся, что мы победим, мы сделаем все, что от нас зависит. В военно-патриотических спортивных соревнованиях примут участие 25 школ из всех областей Украины. Ольга Калинина, Деливер Меджитов, программа «Наше время».